В Йошкар-Оле продолжается реализация приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды. Согласно ему, в столице Мариэл в этом году должны быть полностью благоустроены 10 дворовых территорий, вошедших в первый этап реализации программы. Также продолжается обустройство аллеи здоровья. За текущей работой ее результатами наблюдала наша съемочная группа. Программа по модернизации общественных территорий столицы идет полным ходом. Самой масштабной строительной площадкой города стала аллея здоровья. Сейчас здесь полным ходом идет второй этап реализации этого масштабного проекта. На второй очереди работ по аллее здоровья у нас устройство велодорожки по Сосновой роще с выходом на старую аллею здоровья существующую, устройство наружного освещения. Общая стоимость работ совместно с освещением порядка 19 миллионов рублей. В настоящее время идет монтаж линии освещения, прокладка кабелей и подготовлена трасса для будущей велодорожки. Следующим, третьим по счету этапом масштабных преобразований станет расчистка и освещение лесной части аллеи. Эта территория находится в створе улицы Петрова, и здесь все только начинается. Параллельно пройдут работы и на месте уже существующей автопарковки. На месте парковки уже обустроены и площадки под цирк «Шапито», планируется возведение общественного туалета. Муниципальный контракт на эти работы уже заключен. В настоящий момент ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Дорожное полотно и ранее проведенные работы по дорожкам и тротуарам, асфальт скрываться не будет, работы будут проведены методом прокола. Не остались забытыми и дворовые территории. В этом году в Йошкар-Оле должны быть благоустроены 10 дворов. Все идет строго по графику, но есть и сложности. Закончены работы во дворе дома номер 3 по улице Кирова в части укладки тротуара, устройства тротуара. Продолжаются работы у дома номер 5 по улице Петрова. В настоящий момент, как вы видите, ведутся работы во дворе Петрова, дома номер 17, в части ремонта проезда. Сталкиваемся с такой проблемой. Граждане города Йошкар-Олы всегда относятся с пониманием к проводимым работам, но хотелось бы, чтобы транспортные средства на ремонтируемых дворах находились на альтернативных местах стоянки с целью оперативной укладки асфальтобетонного покрытия. Преобразования марийской столицы, масштабные и не очень, продолжаются. Благодаря тому, что программа «Комфортная городская среда» пролонгирована до 2025 года, свой внешний облик на более современный и комфортный изменят практически все жизненно важные объекты Йошкар-Олы.